Нет, мы так в деревню едем. Ни хрен, ох, ни хрен на себе! Ага. Ох, охренеть! Ёб твою мать нахуй! Ёб! Машины стоят. О, о! Нихуя, опять авария. Пиздец, прям. Между делом. Так, мы находимся в аэропорту Донецк практически одновременно. О, блядь. Ни хера себе. Блять. Ах ты, пидораста. Попала.
Так, ладно, у меня авария. Ох ты, блин. Господи помилуй. Тормоза отказали, Боря. Слава богу, ты туда не встал. Боже мой, спаси, сохрани. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради пречистой Твоей я Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный. Да ёб! Мутило! Блин, насос на всю, Серега, тормози.
Ебать твою мать. Как бы не рвануло. Это не рванет? О, понесло. Я думаю, надо убегать. Пиздец! Нет. До нас не дошел. Не дошел маленько. Вот второй! Ебать! Нет, выровняй. Давай, въеби. Пытается, то есть кафета услышал. О! Отлично. Тащи его! За хвост его, блядь! Пиздос. А чё поехал-то? У тебя ДТП?
чем их Ебать! Охуеть! Сейчас загандошит, блин. Ирварим. Твою мать, блядь. По их мнению, я цитирую, у президента просто не оказалось ресурсов для продолжения борьбы. Кроме того, сторонники миллиардера Ведзини и Унишвили уверены, что партия Саакашвили... Двигаться 2 километра 800 метров, потом съезд направо к М5.
или продолжается? Как там было? Люд! Блин. А, Люд! Люди! Половина опрошенных отмечает позитивные изменения в развитии столицы. Среди конкретных достижений называя улучшение дорожно-транспортной ситуации. Курс доллара на завтра 30 рублей 91 копейка.
truck just rolled over in front of me, man. All right, later.